Время и день проведения диспансеризации был выбран с учетом пожеланий пациентов. Многим сложно прийти в рабочий день в поликлинику и пройти необходимые исследования. Сделать это в выходной гораздо проще и удобнее. Я отношусь к этому положительно, считаю, что это очень хорошая программа для профилактики здоровья населения. Просто я давно не проверялась, вот, хотела бы узнать, проверить свое здоровье, вот, как бы подлечиться. В каждой возрастной группе показан определенный перечень исследований и консультация специалистов. После этого вся информация собирается у терапевта, и уже он определяет дальнейший маршрут пациента. В случае, если выявлены серьезные отклонения в здоровье, человек направляется к узким специалистам для дальнейшей диагностики и лечения. Я очень внимательно отношусь, занимаюсь спортом. Раз в год, наверное, хожу к врачу, проверяю, все ли хорошо. У нас проходит диспансеризация взрослого населения, и любой гражданин, который имеет полис обязательного медицинского страхования, может прийти в поликлинику и пройти комплексное медицинское обследование. Болезнь лучше предупредить, чем лечить, считают специалисты. Именно поэтому прохождение плановой диспансеризации должно войти в привычный режим для каждого. Сегодня профилактика и забота о здоровье пациентов – главное в работе врачей. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».